Всем привет, мы сейчас приехали с Рустамом второй день, вчера забухали вообще жестко. Приехали на море, скажи, вот. Девчушечки. Девочка с мамой отдыхает. И Рустам, вы только что ему купили вот это вот. Ну, Рустам, блядь. Хорошо, не Слава там, блядь, какой-нибудь. Рустам вообще сейчас, наверное, в Екатеринбурге. Прилег. Смотри, вы посмотрите на него. Прилег. А тоже психовал утром. Там водитель рядом проезжал. Чуть ли инвалидом его не сделал. Нам что-то сигналил. Сегодня вроде ветер есть, но не такой, да? Или это мы еще не купали, да? Не такой? О, в Сочи вот, вот такие вот это эти, на пляже Ривьера. Подожди, подождем. Сейчас уже, наверное, 9. Пока мы ждали-то. Тут есть один супермаркет. Мы как раз. Мы вообще правильно приехали. Ну, в это место. Что дошли, похуй. Это. Здесь супермаркеты есть здесь. А, которому 20 рублей должны? Который, да я бы сейчас вообще был в борцовке. Я помню. В борцовке он был. Если бы сейчас была жара, я бы сейчас был в борцовке. Да. Тебе на память. Головушка болит. Ты болеешь с утра? Да. Сейчас бы был у нас нормальный. А, блядь, вот я вчера затупил, надо было на твоем проверить. Это. Поддерживает это предложение? Нет, сейчас бы в 360 записали одну видео. Это козы были. Купили бы, блядь, рублей за 500 в Краснодаре шлем, телефон бы вставили туда и посмотрели. Прикинь, в 360 градусов свое видео. В 4К она пишет 360 градусов. Сейчас мы пишем 2К. Но она как панорамная. То есть я сижу близко, а она будет, ты метров в 3 будешь вот так далеко. Она, ну, 180 градусов у ней, у камеры, и она пиздец цепляет. Вот это я не могу привыкнуть к такой камере. Качество, да. Ты звук слышал уже новых видео? Заебись, да, звук? Сам звук. Это вот на нее я снимал. Батут надувает.
охота, да? Вот так. Вот так. Посмотри, сколько времени. Посмотри. В 10 открываются магазины, и это по закону. Нам раньше никто не был. Тем более здесь. Ну, есть немного, но у меня похмелье долгое. То есть еще я бы часа два продержался, а потом я начну убивать. Стопудово, прям пиздец. Ну, нихуя вчера. Коньяк. Водка, да, ты говоришь? Я ее не помню. Последняя была водка, да. Последняя водка была? Коньяк, короче, водка. Коктейль, пиво. Я представляю, вот... что ты сейчас испытываешь? А я это через часа 2-3 только начну. Но если мы начнем потихо пиво пить, то может быть это я и сбегу. Пока у меня еще все ровно вообще. А это вторая, прикинь, это посмотри, какая она. Она на меня просто посмотрела, я смотрю, нихуя, а там мужик, блядь. Ну мы сегодня сгорим. В таком состоянии мы сгорим. Нихуя мы приехали, блядь. Сейчас сколько? Посмотри, потому что в 10 это, пойдем. Тут недалеко прям. Вон стоит мужик. Бегает, который? 800. Да нет. Да. Блядь, не вижу, прикинь. Сколько? Вот, справа, вверх, угол. А как там? Это мы в 6 ушли? Да. Как так? Это нам повезло, что мы на автобус еще сели. Я почему спрашиваю? Нихуя. 8 утра, блядь. А мы уже на море, блядь. Я первый раз так, блядь. Видно?